ярмарки, наверное, по-нашему будет можно назвать, какие, как это проходит в Канаде, как это делают. Вот мы сегодня были на одной такой ярмарке. Которая проходила в Авроре, это пригород Торонто, на улице Янг. На самом деле, Янг это одна из самых, это вообще самая большая улица в мире, она протяжность у нее почти 2000 километров, если быть точными, 1896 километров. И вот ее большой участок перекрывается в этом городе. То есть эта улица Янг, она тянется от озера Онтарио через Торонто и много-много городов. Да, на север. Ричмонд Хилл, Аврора, Нью-Маркет. И да. Там туда дальше, в общем, далеко. Она их пересекает. И вот она перекрывается через весь этот город. И все, кто желал принять участие, для этого была регистрация некоторое время назад, два месяца назад, и две недели назад закрылась регистрация, и каждый бизнес, каждая организация, каждый спортивный клуб, каждый там ресторан, неважно кто хочет полицейский департамент, да, прорекламировать себя, все там участвуют, они местные. Должны были заполнить бумаги, и они получают такую палатку, и вот стоят вдоль по две стороны улицы, да, это зависит от места, которое они... Ну да. И вдоль вот этой улицы стоят вот эти ряды этих палаток, кто с едой, кто с развлечениями, кто там продает что-то, кто раздает. Много всякого. Делают рисунки на лицах, для деток много развлечений, много детских игрушек всяких, много, конечно, всяких вкусностей тоже продается там. Жарят барбекю, там, всякие там, раздают мороженое куча, то есть, ну, все. Да. И очень много связано с детскими, как это, с детским отдыхом, каких-то, там, допустим, хоккейные лиги детские, какие-то футбольные лиги, карате-школы, там, куча катание всего. Катание на лошадях, да. Вот, и все это рекламируется, много там с какими-то даже, там, кто-то с примерами, да, что-то показывает. Кто-то дает шарики, кто-то дает там свою продукцию со своими логотипами, то есть люди пытаются привлечь внимание. Для людей это классно, потому что для них это как разновидность семейного отдыха, потому что они взяли всю семью и пришли на такую ярмарку, они знают, что они там купят что-то поесть, они где-то там какие-то развлечения будут, что-то может даже, вот в этот раз было очень классно, сделали целый огромный такой кусок, взяли, как это называется, pet zoo, ну то есть такой типа мини-зоопарк, привезли туда маленьких животных, там даже зебра маленькая была, то есть там, да, маленькие там кролики, пони были, да, какие-то там кролики, ламы, да, что-то кенгуру даже были, там, да, спал, лошадки, в общем, да, всякие. И детям бесплатно, дети на пони катаются, то есть очень вообще такая классная штука для детей, очень весело. Да, детям очень весело было. На самом деле мы как бы не сильно любим, потому что очень много людей, но иногда вот очень хорошо приехать для того, чтобы просто посмотреть, как, что, где, как, ну, как бы... Как... Ну, и детям классно. Детям, да, детям очень понравилось. Меня лично в этот раз впечатлило, там целый тоже большой такой кусок участок взяли, полицейский департамент. Они вообще просто, машина открыта стоит, полицейская, дети могут садиться в нее, посидеть, там, стоит такой квадроцикл, мотоцикл. То есть, и они презентовали все, то есть, с чем они работают. Какие-то роботы специальные, а их, какие-то там это стояло. Но там все такой... для детей, даже машины, да, раскрашены были, да, для, конечно, детей. То есть, такая больше это на детей направлена. И такой одетый был смешной полицейский, как Робокоп. Как Робокоп, да. В общем, то есть они тем самым они презентуют то, что они как бы делают вообще. В чем развивается, да. Какое у них есть оборудование новое, что они там, как все они работают. Все можно потрогать, на всем посидеть. Можно спросить, да, поговорить. Все, да, очень, сфотографироваться. Очень найс, все улыбаются, все там. Особенно с детьми фотографируются вообще, да, с радостью. И очень классно, вот прямо. Меня в этот раз это очень впечатлило. Да, очень классно. Вот. Много всего, там какие-то бизнесы много раздают разных там вещей. Некоторые вот фитнес тоже интересно сделали. Они прямо такие поставили палатки и с тренажерами. И там можно записаться там в очереди, кто там желающий. Все, они там тебе такие мини-уроки фитнеса преподают, как бы рассказывают, как правильно заниматься. И массаж, вот, я видела, кто-то делает. В общем, очень классно такой. Для детей, для семьи, так выйти прогуляться, так сказать, людей посмотреть, себя показать. Вот. И это очень классная реклама для бизнеса, потому что, да, ты не просто их видишь, что они есть, но ты пробуешь их какую-то продукцию, ты видишь, как они работают, что можешь задавать вопросы. И очень такая интересная вещь, и классно.
людей приезжает очень много. Дороги перекрываются с разных сторон. Обязательно полиция перекрывает. Да, все это регулируется. Очень много полиции ходит, смотрит за порядком. Все очень, на самом деле, все очень культурно и красиво и чисто, что самое интересное. Да. Меня всегда это поражает, всегда очень чисто. И получается, есть улочки, которые отходят от этой главной улицы, и вот многие на них паркуются, многие паркуются на плазе, и потом берут такие вагончики и едут, садят в них деток, ложат туда там водичку какую-то или там какие-то игрушки и едут с ними. На самом деле атмосфера очень интересная, очень такая располагающая, веселая, так что это одна из разновидностей такой канадской жизни. Да, и каждый город проводит такие фестивали, такие ярмарки. Да, такой... Это как возможность прорекламировать, что есть в этом городе, чем он живет. И как бы возможность, я так понимаю, они зарабатывают очень неплохо на этом, потому что регистрация платная, и плюс очень много продаж происходит в это время. Так что очень классно. И при этом участвуют не только бизнесы, но и какие-то государственные структуры тоже участвуют в этих... И малый бизнес, и большой бизнес. Да, и благотворительные всякие организации. Все, что хочешь. Церкви, армия спасения, все, все, кто хочешь, вот все, кто представлены в этом городе, и даже близлежащие каких-то городках, они все... У всех есть шанс там принять участие, показать себя. И для многих организаций они дают бесплатное участие, или со скидкой, или... В общем, это все очень доступно, и там буквально это копейки все стоит, но, тем не менее, классная возможность и себя показать, и людей. То есть, таким образом, бизнес... как бы коммуницирует с людьми. Да. Public relations. Да. Очень многие сильно готовятся к таким мероприятиям. Они делают специальные флайеры, они делают специальные скидки, специальные промоушен, что вот там приходите к нам, и вот вам целый месяц будет бесплатно, или там $50 продов, или там какие-то они предлагают заманивание. И вообще очень классно. Да. Многие, кто-то, у кого-то вода стоит бесплатно, ты можешь подойти и взять. Многие для собак сделали. Да, многие сделали такие, что, потому что людей очень много с собаками приезжают на такие мероприятия, и сделали такое, что ты можешь, если ты с собакой идешь, то просто стоят такие специальные мисочки для собак с водой. Подошел, собачка попила твоя, и ты пошел дальше гулять. В общем, так как-то очень прикольно, очень классно. И хорошая атмосфера. Ну, так что вот такие, вот такая вот она жизнь здесь, в Канаде. Среди лета. Среди лета, да. Да, давайте вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Ответим. Да. Всего хорошего. Пока. Like London, but in spring. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun. Sharing the secrets of my soul. Standing right beside the door through everything I've done. And every night she kept me from the cold. When somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Searching for the heart of my home, she finds. Tread all my tomorrows for one single yesterday. Old Bobby's body goes to mine. Here we go, everybody, come on. Feeling just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Good enough for me and Bobby McGee. Oh, play it, Amber Dawn. Thank you.
надо беги. La 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 la